Ежегодно коллектив Мамадышского детского сада «Миляшкей» принимает участие в районном конкурсе «Лучшее цветочное оформление». Начиная с весны до глубокой осени территорию учреждения украшают садовые цветы. В текущем году дизайнерские клумбы были оформлены в виде татарского орнамента. С осени мы собираем семена своего участка. И март месяц мы это семена сажаем. В этом году 1100 рассада мы посадили на свой участок. Обычно все работают в нашем детском саду, сотрудники. Сами это делаем, сами поливаем. Организации заранее готовятся к предстоящему сезону. Уже с осени они собирают и подготавливают семена. Валентина Ежова, работающая в пенсионном фонде, признается, что уход за цветами успокаивает ее внутренне. Для того, чтобы садовые растения радовали нас своим цветением как можно дольше, учитываются несколько факторов. Это и солнечный свет, и грамотный уход, делится женщина. Выращиваем сначала свою рассаду. Потом пикируем их, потом уже приходит время, что у нас вот Дания, она у нас занимается садоводством, поэтому клумбы, все вот эти цветы, ответственность лежит на ней. Поэтому она с февраля месяца начинает заниматься цветами и потом высаживает их, и в течение лета она за ними ухаживает, и поэтому вот такую красоту она у нас создает. По словам воспитателя детского сада Кыяшка Ляля Хазбатулиной, дизайнерские клумбы на территории организации – это совместные коллективные усилия. Здесь расположены бархатцы, сильвии, а также петуни. Кроме того, сотрудники собственноручно сделали вазы для растущих в саду цветов. С осени мы собираем семена, а весной уже детьми собираем. Детям тоже интересно собирать семена. У них маленькие ведерочки есть, показывают. Смотрят. Потом каждую группу по отдельности сажаем рассады. Трудности нету. Кто-то петунию сажает, кто-то бархатцы сажает, кто-то сажает агератум, кто-то сальвию, кто-то синий сажает. Каждую группу отдельно сажает. 15 августа текущего года соответствующая комиссия планирует оценить цветочное оформление на территории организации города. Лиляна Зайдулина, Сумбель Шарифуллина, Тимур Мухаммедханов и Люзан Ургалеева. Новости Татарстана.